Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появятся страшные монстры Poppy Playtime. Коля, ну зачем ты меня привел на эту заброшку? Мы не могли погулять где-нибудь в ТЦ, попить кофе, посидеть в моем любимом вкусной точке? Зачем нам ходить по этим разрушенным окраинам города, искать приключения на задницу? И вообще, Коля, я проголодалась. Мама мне говорит кушать 5 раз в день маленькими порциями. Я ее слушаюсь, но наполовину. Ем 5 раз в день, но большими порциями. Алина, я бы на твоем месте так много бы не кушал. А что ты издеваешься, трещара? Коля, я хочу кушать. Давай быстрее посмотрим твою заброшку и пойдем уже быстрее перекусим чего-нибудь вкусного. Я хочу 2 шаурмы. Я вообще не знаю, зачем я тебя позвал. Ты вообще не выкупаешь и не шаришь за такие приколы. Ты только посмотри, тут целый город разрушенный, заброшенный. Это большая одна здоровая заброшка. Тут можно найти очень много разнообразных приколов. Ой, Коля, ну ты как всегда, вот с пацанами своими ходи по заброшкам, а я вообще не хочу тут ходить. А кто там вообще, Коля, сзади стоит? Что за монстры? Куда ты меня привел? Какие монстры? А кто это? А что это? Я не знаю, что это. Это какие-то монстры, Колюмбас! Алина, смотри! Ой, сзади еще вот это! Сзади какая-то сломанная собака! Коля! Алина! Коля! Коля! Я не поела! Я умер! Да это какая разница, мужик? Ой, блин, заеду в этот райончик. Устал я уже сегодня патрулировать. Вроде бы только день начался, а я уже подустал, да и похавать хочется. Так, а что у нас тут происходит? Ё-моё! У нас здесь 2 трупа! Капец, а как такое могло произойти? Возможен криминал. Возможно, здесь орудует убийца. Так, надо, блин, пойти найти. Может быть, здесь кто-то есть из живых? Ой. Ё-моё, какие-то монстры, зараза! Это мне не нравится. И там монстры, и тут монстры! Ё-моё, надо спрятаться, надо вызвать подкрепление! Кошмар! Зараза! Так, алло! Ё-моё, где моя рация? Сейчас здесь спрячусь. Всё. Так, рация. Ага. О, волну поймал. Алло! Алло! Алло, прием, как слышно? Алло! Пш-пш! Алло, прием! Так, сейчас очень важная информация, попрошу акцентировать внимание и запоминайте. В случае побега преступника вы должны по нашему регламенту достать табельное оружие, выстрелить в воздух. Если продолжается побег, погоня, достаете электрошокер, стреляете в спину. В случае непоражения достаете пистолет и стреляете по ногам. Далее вызываете диспетчерскую патруль по коду 3485. После чего арестовываете преступника. Ну а далее отвозите его в наш департамент и сажаете в тюрьму до разбирательств и вынесения приговора судом. Так, далее мы переходим с вами... Так, подождите секунду, мне надо отлучиться. Алло. Прием. Алло, прием. Прием. Алло. Прием, да, Бобис, это я, Овер. Алло, меня слышно? Прием, как слышно? Прием, слышно нормально. Что мне у тебя случилось? Мне нужна поддержка, срочно, нужно подкрепление. Здесь монстры, мертвые дети на заброшке. Так, хорошо, Бобян, давай свои координаты, отправляй мне на пейджер. Да-да, вот скинул, ага. Слушай, оружие всё. Отобрать побольше? Да-да-да, бери побольше, да. Так, держись там, чё за монстры вообще? Ты бредишь или ты нормальный? Нет, отвечаю, нормальный я. Ой, у тебя как всегда какие-то приключения. Ладно, я сейчас Андрюху найду, мы выдвинемся. Давайте, жду, парни, быстрее, блин. Ага, отбой. Ё-моё, ну Бобис как всегда попал в западню. Так, уважаемые курсанты, на сегодня лекция закончена. Учите домашнее задание, я оставил на доске. Завтра буду спрашивать, все свободны. Так, мне нужен Андрюха. Какая-то суета у Бобяна. В общем, братан, это самый острый нож. Ой! Андрюха! Чего? Там Бобян в аппарацию вызывал подкрепление. У него там какие-то монстры, мертвые дети. Он же на дежурстве сегодня был. Поехал, видимо, по вызову. Давай, он скинул координаты на пейджер. Мы должны приехать к нему и помочь. Окей, что за монстры, не понял.
Он нормальный или бредит? Но сказал, что нормальный. Да ты же знаешь Бабяна, он как всегда куда-нибудь влипнет, в какую-нибудь суету, а дальше разбирайся всем отделением полиции. Эх, ладно, давай покойнее, поехали, посмотрим, что там у него происходит. Давай, Андрюха, садись в машину. Мало ли чё. Поехали, я думаю, там будет что-то жесткое. Дай я за руль сяду. Ну, может быть, на двух тачках поедем? Ладно, давай на двух поедем, действительно, так будет лучше. Погнали, Андрюха, за мной давай. Врубай мигалки и быстрее долетим, домчимся. Ну чё, Андрюха, что-то Бабяна рация не работает, я не знаю, где он. О, слушай, вижу Бабяна машину. Слушаю, слушаю, чё слушать-то? Да я ж говорю, Бабяна машина стоит, где-то рядом, наверное, должен быть. Так-так, давай посмотрим. Здесь его тачка, посмотри, его внутри нету. Да нет, там пусто. Подожди, тут какой-то костер, может, это Бобис сделал? Ну-ка. Бабян! Бобис! Какой-то палаточный лагерь, что здесь вообще происходит? Ты только, Андрюх, не забывай, он говорил про каких-то монстров. Ну да, не знаю, что произошло вообще в этом заброшенном месте. А вон те дети, про которых Бабян говорил, мертвые, смотри. Ух ты ж. Маленький худой мальчик и маленькая толстая девчонка. Ё-моё. Бабян! Их кто-то растерзал, какие-то реально монстры. Бабян! Бобби! Бобби! Так, здесь кровь куда-то ведет. А ну давай посмотрим. Где что? Так, Бобиса здесь нет, не знаю, где Бабян. Бабян! Бобис! Не знаю, понятия не имею. Давай осмотрим окрестности. Точно где-то он должен же быть. Далеко же он не мог уйти, Андрюха, этот бабунатор. Это точно. Андрюх, это что такое? Это те монстры, о которых Бобис говорил, что ли? Так он не бредил. Не бредил? Какие-то два кота. Не высовывайся. Не высовывайся, Андрюха. Не высовывайся. Заметили? Ё-моё. О, Бобис. Бобис, мы здесь орём, ты чё нам не отвечаешь, там какие-то монстры на дороге были. Да, там монстры, я вам отвечаю, да. Мы видели этих детей мертвых, надо отсюда как-то выбираться. Мы думали, Бабян, что ты кукушкой поехал про каких-то монстров, когда начал по рации говорить. Так нет, они реально существуют. Ну да. Чё делать будем? Ну, надо как-то отсюда выбираться. Так, до машин надо как-то добраться или как, парни? Это точно, слушай, а куда эта дверь ведет? Я не знаю. Куда-то внутрь. Сейчас глянем, мужики. Ого, здесь кафешка заброшенная. Ну да, есть такое. Кафеха. Я перекусил бы что-нибудь. Бабян, подожди, ты мне расскажи, а что ты вообще делал в заброшенном районе? Нафига ты сюда патрулировать поехал? Ну я не знаю, что мне еще делать, я его решил патрулировать здесь. Типа все пропатрулировал и сюда завернул? Ну да. Слушайте, парни, ну нам нужно, наверное, детей как-то забрать. Их будут искать родители или пофиг на них, свою жизнь спасем. Слышь, Димон, да им уже не помочь никак. Давай лучше свалим и выживем, а? Ну ладно, ты хорошо. Ты же видел, как их разорвали? Бабян, походу, чудом уцелел. Твой броник тебя не спасет, Димон, против это таких когтей. Там ну, же да. Такой кошара здоровый стоял. Я, если честно, обкакался. Так, ладно, парни, вроде чисто. Давайте до машин попробуем. Аккуратно окей. Только. Вон давайте эти детишки лежат. Смотрите, только на чеку будьте. Ага. Так, а вон они. Ого, ой, там парни. Монстров! Ё-моё, блин! Чё их так много, парни, кошмар. Этих монстров? Ёкерные баба, братва! Это что за кукла, блин? Отстреливайся, это училка кукла. Какая-то! Училка, а, и кукла, блин. И собака какая-то, блин! Парни, блин. Давайте к машине! Давайте, братва, давайте к тачке, наверное, реально! Садитесь, Бабян, быстрее, свою! Быстрее, я вам быстрее. В последнюю прыгну, братва! Ага. Окей. Поехали! Газуй! Мужики, разворот! Задом, сдаем! Разворот, шалей. Братва, застрял! Ах. Полицейский разворот плохо получился. Братва! Димон, выходи своей машины или машины, еду! Я за кем? Я за Бабяном еду здесь! Наверное, давайте да, встретимся, Бабян, давай налево где-нибудь с Андрюхой встретимся! Вот сюда, хорошо, давайте налево, выезжайте из города! Блин, Блинский, как мне здесь выехать, братва? Сейчас я выйду, если мне псина даст! Нормально успел! Братва! Уезжаем. Здесь! Поехали! Чё, по дороге! Погнали отсюда! Так, мужики, ну уже все, глубокая ночь, дальше мы уже никуда не уедем, пора передохнуть где-нибудь. До нашего полицейского участка ехать очень далеко, предлагаю где-нибудь остановиться, переночевать, а утром до ближайшего полицейского участка доехать, рассказать коллегам о том, что произошло, и что какие-то странные монстры охотятся на нас. Отличная идея, Димон! Откуда эти еще монстры вообще взялись, я не понимаю. Не знаю, так, тормозите коней, давайте здесь попробуем найти местных жителей, чтобы они нас приютили на ночь.
Переночуем, ну, парни, а дальше уже поедем в ближайший полицейский участок. В наш уже не поедем, наш очень далеко. Ага. Хорошо, давайте воспользуемся корочкой, пусть нам кто-нибудь подселит, ё-моё. Да, пусть нас кто-нибудь подселит. Так, тут что-то никого нету. Андрюх, у тебя там есть кто-нибудь? Я не знаю, не проверял, сразу же к вам пошел. Давайте вот проверим. Есть тут кто? Люди! Люди! Да, есть там кто-нибудь. Ну тут вот свет горит, давайте сюда попробуем. Давай. А там, я сейчас по-моему, попробую. Стоит. Кто там стоит? Я в окно посмотрел. Открывайте двери, руки вверх, полиция работает. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто такие? Вы зачем ко мне пришли? Я вообще-то спал. Здравствуйте, это полиция. Нам нужно переночевать, мы на опасном задании. За нами гонятся монстры. Мы переночуем у вас, а утром уедем в полицейский участок. Что вы несете вообще? Нормальный, а? Ну это приказ исполнять. У вас только одна кровать, больше нету. У меня одна кровать, я на ней сплю, и еще дети, кресло есть. Ой, тогда нам не подходит, парни, здесь одна кровать у него, мы здесь нигде не поспим, до утра не протянем, давайте другой дом. Спасибо, мистер, за оказанную помощь, отечество не забудет вас. Я ничего не понял, ну, всего доброго. Дима, ты да что пусть, делал? Пусть проспится до утра, ладно, братва, погнали уже. На выход. Офигеть, а мы могли вообще целым на полу поспать, это было бы нормально. Андрюх, твоя машина взорвана, блин. А чё наши тачки взорваны? Так там монстры эти. Парни, здесь чё? Эти монстры! Догнали! Ё-моё, они наши машины взорвали, блин-блински! Здесь эти все монстры! Давайте до ближайшего участка бежим, парни, бежим до ближайшего полицейского участка, расскажем коллегам об этих монстрах, может они знают, кто это и как их уничтожить. Да я не могу уже бежать, я устал. Мы уже сколько бегаем, уезжаем от них. Беги, у тебя в крови бегать. Все быстрые спортсмены из твоего племени. Быстрее, мужики, погнали до ближайшего полицейского участка. Тулим, 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 тулим. Я сейчас не в племени родился, а в городе. Ага, давай, расскажешь тоже. Бабян, быстрее, шуруй, пока не дали. Давай, бежим. Андрюха, быстрее, шевели культями. Да я как могу, так и бегу, блин. Ну все, братва, оторвались от этих монстров. Смотрите, в этом городе есть полицейский участок. Давайте расскажем. До нашего города все равно не добежим. Это точно, парни, я уже устал, не могу. Ага, врываемся. Спокойно, спокойно. Здравия желаю, коллеги. Слушайте, у нас беда приключилась. За нами гонятся страшные монстры. Они сейчас нападут на этот город. Здравствуйте, вы с какого участка, мистер? Мы с участка номер 13, это в соседнем городе. Мы просто не успеем туда уже добежать, поэтому к вам решили обратиться за помощью. Ладно, рассказывайте, что у вас случилось, поможем, чем сможем. Короче, вкратце, наш Бобис, он увидел это. Как мертвые дети лежали на земле, на него напали какие-то монстры. Мы приехали на помощь. Монстры были как какие-то два огромных кота, какая-то собака, учительница, какая-то монстр. В общем, они начали охоту на нас. Мы уехали, пытались переночевать. Они нас нашли, взорвали наши машины. Бегут сейчас за нами, и мы вот добежали до вас, чтобы попросить помощи. Так, так, мне нужны ориентировки. Как эти монстры выглядят? Фиолетовый огромный кот. Кот огромный, с улыбкой белой такой, как учительница, типа куклы такая. И еще собака такая, безногая такая, напополам такая вот страшная, оранжевая. Я понял. Ситуация такая не очень приятная. Мне даже кажется, я в курсе, что это могут быть за монстры. Вы когда-нибудь играли в компьютерную игрушку Poppy Playtime? Вы хотите сказать, это монстры из Poppy Playtime, глава 3, и они каким-то образом выбрались из игры и попали в наш реальный мир? Недавно как раз-таки и правда вышла третья глава Poppy Playtime, и там как раз-таки были монстры, которых вы описали, они вполне похожи. Если это так... то это очень плохо. Каждая новая глава Poppy Playtime сопровождается ужасными событиями. Эти монстры выбираются в реальную жизнь. Но и все, нападают все, на людей. Что, все, что? Харе болтать. Это реально монстры из Poppy Playtime глава 3. Давайте всех ваших сотрудников поставим на патруль города, выставим оборону и будем ждать, когда эти монстры нападут. Дадим им бой. Хорошо. Джордж!
Собирай ребят! Сейчас будем защищать город! К нам идут монстры! Парни, готовьтесь! Сейчас будем драться! Оказывается, это монстры! Poppy Playtime! Сейчас будем давать защиту, оборону! Офигеть. Сейчас будем отбиваться! Это оборона города получается! От монстров Poppy Playtime! Офигеть, можно! Работаем, парни! Баррикады ставим! Что-нибудь делаем! Не стоим на месте, работаем! Что там, Бабян, готово все? Да, все готово. О, нормально, жестко. А там не монстры ли? Слышите, вон слева монстры, училка. Монстры, блин. А там вон прямо, они уже подошли, Андрюха, будьте начеку. Точно, точно, они на подходе. Мужики, держим их на прицеле, могут напасть в любую секунду. Там еще слева, слева, они вон окружили нас, парни. Нас окружили. Справа никого нету, идут, братва. Идут, парни. Пошла суета, пошла мужики, суета. Мужики, огонь. Крутые движения. Отстреливаемся, я не знаю, налево или прямо. Блин, я ладно, знаю, давайте с человеком. Начинается суета, он убивает, это псина убивает. Закинули. Училка это тоже убивает. Собаку. Ой, что взорвалось. Ёкерный бабай, машина взорвалась. Машину бабахнули. Тули собаку. Парни, нас берут кольцо. Нас зажимают. Собачку, убил собаку, хорошо. Убил собаку, давай эту училку теперь. Училку страшную. Училку на прогиб закидывай. Училку на прогиб. Давайте, мужики, держимся вместе, бойцы. Мужики, страшно, не вывозим. Ой, подожди, все наши пали. Пока еще держимся пока что. Копы умирают, братва, копы умирают. Мы если умирают, как такое возможно? Я не знаю, эти монстры наводят лютую суету, парни. Просто лютую суету. Она бежит за копом, училка уничтожила только что. Это просто жесть. Выжившие остались, есть кто-нибудь живой вообще? Братва, тут еще и этот кошак с кошака, огромным ртом, какой-то белый. Кошака, давайте, всех давайте. Всех, блин, всех, там еще один идет, братва, я зачем-то к нему подбежал, он аккурат, никуда не бегал. Аккурат. О, хорошо. Эфиолит его убил. Видели. Последнего убили. Блин, последнего полицейского убили. Это монстры что, атакуют. Это мы одни остались. О май гад. Да, мы втроем, они все машины еще подзорвали. Давайте, мужики, дадим бой. Всех давайте, уничтожим. Давайте. Отступать некуда, парни! Отступать все. Точно некуда, братва! Все, назад на пути нету! Минус хорошо! Училка. Училка минус! Все, последний остался! Остался здоровый, слушайте, мужики! Как дракон какой-то, блин, дрищавый! Если мы убежим, то все жители города умрут, потому что эти монстры супер опасны. Так а мы никуда не побежим, мы сейчас его добьем, правильно, парни? Добьем, конечно. Добьем я его. Я максимально просто мотивацию поднимаю. Мотивацию надо поднять. Все, хорошо. Всех убили, всех уничтожили. Всех вот монстров из Poppy Playtime глава 3 мы уничтожили, братва. Из Poppy мы их уничтожили. Это точно. Хорошо, еще Хаги-Ваги не было с куколкой Poppy. Ну да. Точно, реально. Слушай, ну это другие главы, тут походу другая история. Ой, совсем. Ой, вот это суета, парни. Все, возвращаемся, мужики, в наш департамент и говорим о том, что мы увольняемся. Я больше не буду. Одно дело ловить пьяных бомжей на заправках и железнодорожных станциях, а другое дело сражаться с какими-то страшными монстрами из Poppy Playtime. Это реально. точно говоришь. Слушайте, мужик, я тут все сфоткал, на YouTube выложу, хорошо? Все, правильно. Никто не против? Никто не против. Монстры Poppy Playtime в реальной жизни. Жесть. Офигеть можно. Слушайте, мужики, давайте на тачках их поедем. Все, погнали в наш участок. Подпишем бумаги и уволимся. Чем займемся, братва? Бизнесом. Бизнесом? Да, будем пушки продавать. Мы будем делать бизнес? Да, мы будем делать бабки. Ну все, поехали тогда. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Огромное спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения, всего самого наилучшего и пока-пока. Всем чао, какао, дорогие друзья. Хорошо, Ким.